Ярославской земле. Деревня, земля с традициями, земля с серьезным потенциалом. Мы осуществляем свою деятельность от первоначального визита инвестора до сопровождаем его до момента запуска предприятия. Помогаем ему разобраться во всем многообразии законодательной нормативной базы, которая необходима для того, чтобы успешно реализовать свой инвестиционный проект. Как видите, я сегодня интервью даю, скажем, в инвестиционном лифте, и видите, как он у нас поднимается, те инвестиции, которые мы планируем привлечь, и то, что мы делаем, как бы работу, скажем, результаты мы увидим, что они будут достаточно положительные, и ту работу, которую делает вся команда во главе с губернатором, она принесет определенные плоды, и мы выполним те задачи, которые перед нами поставил губернатор. Мы не должны быть там страной торгующей, мы должны быть страной производящей.